Вот. Для меня... Да, для меня это как бы, ну, моя слабость. И, как сказать, я с них их попробовал и понял, что такое кровь. Ага. Вот сейчас я показываю, что много привитий, какие бывают. Это смотри. Сразу, да, уже он? Да. Как будто ему 3 года уже. Это, смотри, он желтый мрамор какой, сразу такой. Ага. Как будто у Джамиля, помнишь, мы видели? Да, да, да. Я вот про это и спрашивал. Да. Как, можно ли узнать, как можно сразу таких получать? Так, знаешь, так они выходят. Они просто сами, да, так выходят? Да, пару подобрал, все, ага, они дают. Ага, они понял. Не всегда таких тоже дают. Понял. Не всегда дают. Это пару, нет, даст таких. Если за ними хорошо следишь, угу, ты уже каждый, он через партию, что ты уже на этой партии, ты знаешь, он даст мне рыжего, желто-мраморного, угу, 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 и темного. Вычисляешь. Вот можно. Вычисляешь, да. Можно. Вычисляешь, можно. Угу, угу. Черный мрамор, это же у меня там, когда наверху, один раз дают... Один мраморный, другой черный. Если вот один раз, оба черные, если дадут, да, через слышь партии, оба мраморные. Вот так бывает. Вот то, что твои чуваты голубки стоят. Вот чуваты голубок, их брата дети они. Чуваты дали. Мать без чува. Чубата это имеешь в виду Галаровская, которая? Да, 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 да. Вот он что дал. Это голубка, очень красивая голубка. А это, я думаю, голубь будет. Скорее всего, да. Ну что, обоих чуваток дали. Это без чува хотел, одних без чува хотел. Я знаю, кто любит чубаты. Да. Там есть же, есть, как да, у Бенти. Да, один есть. Да, 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 да. Их отец красивый, ему идет же. Тут мать на Римановском толстом. Короче, мать это Джамиль, которую ты потерял же. А, пескуна которого? Ага, Соганова, да? Ага, ага. Ну, конечно, Тагир. Я говорю, конечно, этот, как его, вот этот нравится ему. Вот этот. Ну, у меня сестры же его. Да. Родные сестры. Отец тоже у тебя. Этот. Да, я отец и, да, да, и две дочки. Пан... Он голову еще. Я думал, твой один голубь. Не, две голубки. Ну, конечно, базара нет. Машала, он такой, да, видный, да? Да, 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 он такой сидит. Хороший жених, короче. Хороший, вот впереди голубка есть. Вот их дети, которые я вытаскивал, чтобы ты. Ага, ага. Вот мать впереди. Ага, ага. Вот сейчас мать. Сизые откуда у тебя, Тагир? А сизые на Римане. Вот, смотри, вон. Тот темненький, видишь, самец, угу, который я вам подарил. И вот эти чешчицы, которые он мне дал. Вот 2 самца. У него белокрылый была, вот этот? Да, белокрылый, ага, была одногнездка, белокрылая голубка. Угу. У него была одногнездка чисто сизая. Он говорит, крест-накрест порой так и линию пускай, вот тебе вообще ничего не надо. Угу. Это он говорит мне, сегодня летает, завтра не летает, порода бывает. Это как каждый день летает. Вот, безотказный, да? Его слова эти, да. Угу. А это как каждый день будет летать. Он же для русского так слабо открывает. У тебя есть по телефону, я с ним сказал, на поле. Вот такого Суханова ты мне тоже давал. Да, это мать одна, твоего имя. А, понял. По матери братья. Да.
отец этого, Наримановский, а твоего отец Агалара. Не, не Агалар, мой старый. Вот мой старый, он Солан. Этого. Это Чирка с подвала, Дима. Его родители там. А, вот это молодая? Ага. Я сюда подложу. Это не те чильки, которые приходили о, тогда последний. Тебе? Да, да, да. Да, ага, ага. Вот у меня есть от вот этого вот старика, получается. Вот его дети есть. Да, и того, и того. Вот эта линия, и вот сестра. Сестра, есть. Да, 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 да. Потом Чубатова, отец и сестра есть у тебя. Короче говоря. От этой темно-рыжей нариманской голубки. От нее есть один сын у тебя. Но от нее, которую ты потерял. От твоей голубки потерял ты. А, вот вон той, вон светленько, той, да-да-да, светленько, ага. А еще вот тут у тебя где-то видел я этот, сизо-мраморный такой, вот он, вот. Вот он голубь. Это получается, от этой, который на Нариманской темный сизо показывает, угу, вот угу. Его и вот рядом самка. Да, вот. Это вот. Голубка тоже получается, на Нариманской самца дочка. Она не гоненная, здесь иногда вот так стоит играет. Ну вот для меня, например, вот это вот сизо-мраморный, вот, а. Вот это вот. Это голубь у меня. Санки тоже нет, он почтовый. Голубки с порога не подлаживают. Я жду. Я 10 дней не стою там. Сколько надо, могу ждать, короче, пока хорошего голубя рядом. Некоторые у самки тоже нет, самца нету, я его убрал, отдал. Я не отдаю. Понятно. Ждешь, короче, для него, для него самку. Пока не будет, жду. Я могу уже здесь терминцы позвонить или поехать, привезти могу сегодня. Могу. Я хочу чистить. Я жду сизую голубку от моих голубей, чтобы с ним поговорить. Понял. То бишь это терпение, да, 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 да. Знать, что хочешь, конечно. А не бегать, прыгать. Вот от них я гонял в этом году. То есть, я ага. Чем-то показали. Да, да, да. Такая игра была у одного. Шей. Винт это настоящий винт. Винт бывает закрепленного игрой голубя. А это еще не закрепил даже игру. Это вот так. А это белый здесь просто яйца подкладывал? Да. Пёрый. Получается? Да, да, да. Это из-под этого, который Чапова внук. Сына дитя. А тот, получается, самин не давал бура пёрого такого. С лёту он не давал. Третий лёд, второй лёд, 20 с лишним, 3 что ли он оказал. От него я отдавал гонец, здесь спешили вышли, хорошие вышли. Потом самец умер, в гнезде вот такой песком был у меня. Я его предложил, с тех пор они здесь. Он самец вышел. Он самец вышел. Сейчас голубками у меня чуть это есть, проблема. И у них, короче говоря, видишь, для него надо голубку вот эту, для этого. Да, сизо-мраморная. Да, для него надо голубку самую. Для вон рыжий без чувствующим. Вот ему нету голубки. Это получается, а старый вот от этой пары сын это. То есть он вытаскивал без кунов. И uh-huh. Старший он тот, крайний рыжий. Он то видишь, он так. Короче, ему нету и сизо-мраморная голубка надо мне, и рыжую голубку для него тоже надо. Но эти подрастут. Да чубатенький есть, белоносый такой, видите, кривочубый. Вот она для него сам у нас. Там получается от его, это, как его, от его тети, пускай получается. Ну, чубатый бомба, да? Чубатый бомба, базара нет. Как он начнет летать, варковать. Одна голубка вот такая потемнее, вот как он. Ага. Не совсем темная, вот такая, как он. А одна еще светлее. Да. У меня. Который сейчас взял сегодня, у Джамиля, который взял? Нет, которую ты мне присылал. А тогда, да. Да, да его одна светленькая, да, его одна светленькая такая. Да, 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 да. А одна вот такая. Вот эта светленькая, она больше пробиваться стала. К ней мать я покажу, там она. К ней мать там, желтокрутая голубка. Вот он, в подвале он. Таким же битым, слепым порованным. Это сизо-мраморный. Дальше больше, или ты приедешь, Джамиль, или как-нибудь это, я тебе покажу, как он станет. Он есть такой... Темный сизо-мраморный. Ага. Вот это голубь. Нариман говорит, гусиная походка. Говорит, есть как гусиная походка. Такие интересные, говорят, они бывают. Вот это. Вот у нее есть гусиная походка.
Понял, понял, да, вот да, так. Да, да, да. С ноги на ногу. Да, да, да. Он такой, короче. Вот родители здесь у него. Тап-туп-туп такой зоны. Одним словом могу сказать, машалла. Голуби. Знаешь каждого вот голубя в лицо. А что, любви? Я того рыжего сам тебя. У тебя в раду темный. Да, да, темный, да. А ты парагенчи, ты дал... Ав сам кого-то с ее братом хочу порвать. Деньги, а ты сам хочу, деньги полайна ходи. Когда еще у меня речь, мы тут лена. Вот, Джамиль, вот эта голубка, вот мать этих двух челей. Вот та чуть заболела, согнулась у меня самка, правда, вон там. Тыщит как-то она. А это две дочки, она мать вот она. Черноносая, вот видишь, впереди, которая стоит. Первый. И если я споровал, это вот, это вот. Да, белый, а вот он. Вот это голубь 12-35, который последний меня сами не отправил это голубь. Это голубь. И то он сзади ящика, видишь, мы? Да, вон там. Угу. Это сами дал мне. Это нормандский голубь, кто дышит, хачмазы. Угу. Он дал. А этого самца, вот впереди прямо, видишь, как сизачили, это нариман дал. Вот последний раз, да? Да, да, да. Вот это последний раз. Три самца я одну взял. У меня одна голубка, вот похожая, вот тут вот черноносая, говорил же ты. Ага. Такая похожая есть голубка у меня. Вот она здесь. Безотказная. Вот то, что у брата там был, белоголовый. Угу, угу. Мать она. Понял. Так, не. Вот тут чилька наверху. Они одногрызки, то, что там деревянные будки есть. Угу. Он на краю сидит, вот он. Ага, ага. Они, тот как ржавый, как горелый чиль. Ага. А тот как черный чиль вышел. Вот он сейчас. Да, да, да. Там еще черный, чисто черный тоже, другой парой. Ну ты здесь убрал, да, мраморных? Да, да, да. Здесь отсюда, вот видишь, вот твоих желтомраморных. Мать она вот желтая. Это. Желтогрудая? Ой, горелая желтогрудая? Желтогрудая, да. Угу. Она. Сейчас я ее спорвал с этим самцом. С вот этим рыжим. Это самцы, битый. Битый, да. А, это битый, получается, твой Суганов родной брат. А, слепой вот этот вот, да? Он мой слепой, а твой это Суганов. Угу. Родной брат, получается. Машалла, могу сказать спасибо голубятникам всем, голубеводам там, что держат птицу и продолжают ее вести по нормальным линиям. Не мешают, что попало. Плюс мне понравилось то, что вот вчера в Манасе или в Манаскенте, где ярмарка была. Да, 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 Манасе. В Манасе ярмарка была, все дружно, все как бы, сколько там было людей, вот все там чай вместе пьют, разговаривают, да, там обмениваются опытом, голубей показывают, сфотографировались мы там все, там видео записали. В общем, люди общаются здесь. Вот так вот. Всем добра, мира, благополучия, иншаллах, все будет хорошо. Здоровья.